Так, приветствую всех творчества Скрябина. Вот сегодня у меня такой на обзоре компакт. Скрябин Дэнс. Да, Соня, скажи привет. Соня. Хоп. Ну, это дала знать, что она здесь. Да, девочка, да. И получается, это получается у нас, что у нас Скрябин? Походу у нас к альбому «Эволюция», да? Я так понимаю, вот уже пришел, сейчас буду делать отдельный обзор. Да. «Эволюцию». Здесь у нас, что у нас тут указано? Ремиксы кращих диджеев. Диджейс. Что у нас здесь? Хит на лито. Ну, заказал, чтобы было интересно послушать. Обратная сторона. Кузьма ля-ля-ля. Что тут пишут? Выпуск у нас получается, ну, Мун, понятно, в 2010 году. Видите, гарантия интернет-предательности 10 роки. Вот, у них прикольно. Вот, Джаламбай, старые фотографии. Квинты, подай. Я тебя тримаю. Ну, вот они. Все песни Шмата. Классная песня. Эволюция, Джаламбай. Это у меня есть, да, вот этот вот. Там, где Джаламбай, вот этот компакт прикольный. Там, где под латиноамериканский сделана музычка. Ну, сейчас будем вскрывать, посмотрим, что у нас там внутри. Получается. Сделаем вот так вот. Сейчас возьму свой строительный ножик, как всегда. Сейчас открою, ребята, покажу. Вот у нас с торца запечатан. Что-то фокус плохо. Вот. Муновский МР, видно номер. Сейчас откроем аккуратненько запечаточку интересную. Покажу. Так, вот аккуратно срезал я, потом одеваю их назад. Ух ты, ёлки-палки. Что там такое? Заклинило или что его? Блин, походу диск слетел с места. Сейчас, секунду. Аккуратно по бокам, короче, так вот приоткрыл. Да, диск, видите, слабо крепление, потому что от ударов часто крепление вот здесь вот летят. Что-то какая-то технология у них странная. Коробка, вон, видите, какой-то заусенница, пластик дешевый, буклет такой скромный, конечно, понятно. Крышка до конца нет, этот не откидывается. Печать, конечно, такая больше похожа на домашнюю печать на болванке. Ну, дешево, сердито видно. О, а тут зато смотрите, как красиво сделали. Скрябин Дэнс. И внутри Скрябин Дэнс. Moon Records. Понятно. И здесь вот так вот. Ну, будем слушать. Так, там композиции всем известные. Так что вот так вот. Сейчас дальше еще покажу вскрытие у нас переиздания. Такого Технофайт. Да, Технофайт. Альбом 99 года. Переиздали у нас. Потом расскажем. И вот такой вот двойной. Дякую, люди. Лив. Зальний с концерта. Останній запис. Последнего концерта, я так понимаю, да? Что тут пишут? Он 2015 года. Видите? Выпустили такое издание. Можно сказать, такое. В память. Память. Заказал. Интересно. Сейчас открою, покажу вам компакты следующие. Ну, все, спасибо там. Ставьте лайки, подписывайтесь.
всего понемногу покажу. Всем добра!